Всем hello из Орленка. Всем нихау. Здравствуйте. Не болейте из Орленка. Всем привет. Дорогие друзья, перед вами первый состав группы Cypress Hill. Мы рады вас приветствовать здесь, на Орляцкой земле. Не-не-не, это распределяющая шляпа, без нее никак. Чтобы понять, в какой детский лагерь ты поедешь. Из Хогвартса, да? Все верно. Только не в лагерь, в котором ремонт. Только не в палатке. Тебя распределили в стремительной. Да. У нас с ней связь. Я Лудов Алексей, приехал из Майкопа. Боевой Алексей здесь с нами. Лёш, расскажи, пожалуйста, чего ждешь от смены? Как думаешь, как она пройдет? Думаю, пройдет хорошо. Я жду чего-то необычного. Это моя первая смена в принципе в Орленке. Новых знакомств. Что новых знакомств? Новых друзей. Что новых друзей? Весело, что было. Хочется от этой смены взять вот по максимуму. Ну, я надеюсь, что я в этой смене, первой смене 2022 года, встречу новых друзей. Новых друзей. Будет много друзей. Новых чувств. Покайфую. Ну, мне хотелось бы, чтобы здесь где-то был спортзал. Потому что я хотел бы позаниматься. А чем бы ты хотел позаниматься? Ну, я вообще дзюдоист. Три рифмы к слову «Орленок», то ты получишь вот этот вот замечательный браслет. Это может быть белый стих, это может быть хокку, это может быть стишок-пирожок. Ты ребенок. О, Орленок, люблю его с пеленкой. Красава, красава. Двустишие словами стремительной и Ставрополь, и можно Орленок еще. И получаешь вот этот вот браслет сразу, сходу. Удивительный. Да, это один. Да, это один. Я стремительный, самый ошеломительный. Орленок, там живет домовенок. Поразительный. А сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? 4. А, нет. 6. 6. 4. Сейчас. А, нет, 2 плюс 2 умножить на 2 будет 6. А, ой, я запуталась, я забыла правила последовательности. Так. А сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2 разделить на 0? На 0 делить нельзя. 0. 0. 0. Поделить на 0 разве можно? Нет. Ну, штраф тебе, давай возвращай обратно. Без чего в Орленке отдых невозможен? Без одежды. Так. Средства для гигиены. Много-много еды. Плавки. Да, в январе, ну, в принципе, да, 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 да. У нас, в конце концов, есть бассейн олимпийского размера и масштаба, и стандарта. Карты? Карты? Да. Нет, давай мы это вырежем. Футбольный мячик. Сапоги. Сапоги. Ты знаешь песни про Ростов? Знаю, но сейчас не смогу сказать. Ну, левый. Берег Дона. Давай, споешь припев. Вот этот вот браслетик твой. Левый берег Дона плачет. В католических странах Санта-Клаус. Во Франции конкретно Пэр Ноэль. Ух ты. В Финляндии Йолоупукки. А как бы назывался орляцкий Дед Мороз? Вот. Орел. Дедушка Орел. Какой-нибудь морозный орел. Нужно теперь, глядя в эту камеру, передать привет всем, кому хочешь. Я передаю привет Лере. Привет всем моим знакомым, друзьям. Привет всем моим друзьям. Моим друзьям. Привет всем моим друзьям из Ставрополя. Родителям. Родителям и младшему брату. Моим родителям и моему младшему брату. Передаю привет своей сестре. Лере Плаксиной. Веронике Клеменчук и Лизе Христофоранде. Просто приехала в Орленок, но не знаешь, куда говорит. О, это тебя зовут, беги. Не везет нам на респондентов, их всех забирают у нас вообще. Ну, что-то есть.